Здравствуйте, товарищи зрители! Как я обещал в одном своем недавнем видео из рубрики «Ответы на вопросы», я сделаю коллаж очень важных видео и пояснений о том, как люди избавились от очень многих проблем, связанных с такими темами, как шейные и прочие грыжи, остеохондрозы, проблемы со связками, с суставами, артриты, артрозы, ушибы, мышечные боли. Да, видео длинное, но я вам очень рекомендую его полностью посмотреть, чтобы у вас была полная картина и ясность. Итак, приятного просмотра, смотрите внимательно. Ёлкас 1703. Юрий Андреевич, здравствуйте. А, особое внимание, это вот... Знакомые услышали, как вы читаете мое письмо, ну, тоже в рубрике «Ответ на вопрос», и позвонили мне. Это я написала про перелом крестца. Я потом попрошу моего помощника этот отрывок, о чем пишет женщина, вставить. Сейчас зачитаю, до конца отвечу и вставим этот отрывочек. Дописала под тем же видео, но, видимо, уже ушел материал. Ну, или я не нашел. Дописываю здесь. Перелом... сросся за 25 дней. Извините, опять маленькую вставочку. Вот только сегодня, это сегодня 29 ноября 2023 года, мой помощник поставит, ну, примерно о том же видео на канале моем о продуктах, такой маленький канал, там малые просмотры, но я эту ссылку здесь оставлю, это очень важное, ну, таких там видео несколько. Как раз об этом же. В плане микросфер. Ну, давайте дочитываю. Перелом сросся за 25 дней. Врач в шоке. Повторял одно. Так не бывает. И такого не может быть. Я такое слышал сотни раз от врачей и от людей, которые мне об этом писали. Ну, в той или иной связи. Заказал результаты КТ в больнице, где делали. Смотрел и все повторял. Но у вас был перелом. Настоящий перелом. Теперь эти микросферы, вот микросферы, правильно, и здесь они сработали, собрались заказывать почти все мои знакомые. Все, кто видел, в каком состоянии я была и как перенесла эту травму. Да, пока я хожу в повязке, но это уже реабилитация. Прекрасно себя чувствую. По утрам делаю обычную зарядку, приседаю по сто раз делаю восьмерку тазом. Вот здесь я хочу что сказать. И поставим тот отрывок, я сам уже его не помню, естественно. Я не знаю, сколько тысяч людей у нас приобрели вот эти настоящие изделия из особых микросфер. Технология эта с 70-х годов известна в ожоговых центрах СССР, применялась для быстрого заживления ожогов и предотвращения разных пролежней и застойных явлений. Эта технология известна, как работает в определенной сфере, но неизвестно, как она работает вот на таких глубинных процессах. Тысячи людей избавились от многих болезней. Не у всех работают микросферы положительно. Вернее, так сказать, что люди некоторые не видят изменений положительных. Примерно 50 на 50. А некоторые не просто видят. Вот вы слышали, что сейчас было, письмо, да? И таких писем, и видеоотзывов к нам приходят сотни. Сотни видеоотзывов и тысячи писем. Конечно, самые лучшие изделия – это те, которые большую площадь тела закрывают. Ну, вот матрасы, тем более капсулы, подушка обязательно, потому что она универсальна. Кто-то под спину, у кого спина уже болит, например, машина, да, там едет человек, кладет за спину на сиденье. Кто-то ложится на живот, кладет, проблемы с пищеварением проходят, легче становится и так далее. Я вам так скажу, есть у меня плейлист, то есть раздел на моем YouTube-канале, где уже видео 20 про микросферы есть. Ну, посмотрите, да, это займет 2-3 дня, но посмотрите это хотя бы по 2-3 видео в день. Не поленитесь, это понимаете, вы услышите отзывы людей, таких же, как вы, вот что происходит, вы, может быть, увидите свою ситуацию или своих знакомых, и, возможно, это вам поможет. Но сразу хочу сказать, что, и говорю это всегда, комплексные меры, когда мы учитываем, ну, все многообразие вредных факторов, которые на нас с вами воздействуют, и убираем их из своей жизни, это лучше, если мы уберем их и добавим полезные, объективно действующие положительным образом на нас с вами. Это и препараты профессора Исаева, да? Это и различные, если есть какие-то проблемы со здоровьем, грибные препараты, то есть мы говорим о науке фунготерапии. Это определенные биологически активные добавки, концентраты питательных веществ, которых не хватает нам. Витамин D3, витамин К2, ну и витамин С и другие в липосомальной форме.
то есть вместе с фосфолипидной оболочкой, которые доносят вещество без разрушения в ЖКТ, да, в желудке и 12-перстной кишке, до каждой клетки нашего организма, и там уже идет усвоение близкое к 100%, а фосфолипидная оболочка идет на построение клеточных мембран. Все это вы найдете на моем сайте nadgard.ru. Обо всем об этом будут ссылки под этим видео. Ну а теперь послушайте этот отрывок. С чего все начиналось? Ну вот я зачитывал письмо этой женщины. Поделюсь и я своим опытом. Универсальную повязку купила год назад. Есть у меня данная проблема после перелома. На месте перелома образовались застойные явления вплоть до трофической язвы. Язву убрала сама, но кожа темная. Вот и была надежда на микросферы. Но результата ощутимого не получила. Да, около 50% людей, половина примерно, не получает видимый явный результат. И забрасывают, считают, что это не работает. Ну, продолжаю. В микросферах разочаровалась. Запаниковала, положила в шкаф. В конце октября шла с работы, не заметила первый лед, упала прямо на пешеходном переходе. Спина немела, но до дома дошла, согрелась, легла спать. Ночью проснулась от жуткой боли. На спине лежать невозможно. С бока на бок переворачиваюсь сложно. Боль невыносимая. А у меня обезболивающих нет. Не пью таблетки. Зашла в интернет. А там мне настойчиво подкидывают рекламу о микросферах. Мы сразу скажу, мы рекламу нигде не размещаем. Ну, я имею в виду там, вот, чтобы вылезало где-то там. Этого у меня принципиально нет, только мой канал. То есть от человека, от меня к людям. Взяла повязку, привязала к спине. Ну, вот эту нашу повязку универсальную, я так понимаю, с микросферами. Внимание, боль утихла в течение 3-5 минут. Проспала до утра. Утром подруга посоветовала вызвать скорую. Вызвала. Отвезли в травмпункт. Оказалось, перелом крестца. От госпитализации отказалась. Лечение заключалось в одном. Постельный режим и обезболивающий. Это медики такое суперлечение прописали. Полежать я и дома могу. Так вот, уже 2 недели прошло. Я нахожусь дома, обезболивающий не пью. Постельный режим, правда, соблюдаю. Все же позвоночник. Но могу спокойно и до туалета дойти. И поесть, приготовить. Контрольный снимок пока не делал рано, но у меня ничего уже не болит. И это уже немало. Я читала, что переломы крестца достаточно болезненны, естественно, еще бы. Да и улучшение чувствую каждый день. Очень жду конечного результата. Самое интересное, мне 51 год. Врач спрогнозировал 1,5 месяца лечения, а я надеюсь на более быстрый результат. Глину каолиновую тоже пью, ну и такой сорбент и рыбий жир с витаминами А, Д, Е. Ну, хорошо. Так вот, 2 слова буквально. Кто не в теме, что такое микросферы, изделия с ними, как они работают, посмотрите видео на эту тему, ссылку на плейлист, в котором все видео по микросферам я вам оставлю тоже под этим видео. Ну, а теперь, дорогие друзья, посмотрите другие случаи заживления костей, там, переломов и так далее, и так далее. Вот прямо посмотрите коллаж-нарезку с разных видео. То есть те люди, которые вот излечились, которые залечили свои переломы, травмы, они прислали нам видео, либо текстовые сообщения. Вот послушайте. Вот вам еще небольшой, как бы, вашу копилочку отзыв. Это перелом моего сына. То есть он сросся у нас в течение даже, ну, меньше, чем 30 дней, там, 26 дней. И со спицами туда вставляли спицы в палец. Вот, потому что он ударил кувалдой по руке, ну, случайно, конечно, сорвалась эта кувалда по пальцу, ударила ему. То есть палец полностью раздробился, кость раздробилась, и перелом был открытый, ему собирали спицами этот палец. И потом, то есть, как бы он ходил в какое-то время в гипсе, через 2 недели гипс сняли, хирург был в восторге от заживления, процесса заживления. Естественно, никаких воспалительных процессов не было. Вот, и все зажило очень быстро. Он удивился, спросил, что это такое. Сын мой сказал, что это вот он постоянно в микросферах спит. То есть, как бы он сказал: слушай, ну классная вещь, конечно, я за то, что помогает. Так одобрил это, и у нас сейчас современные молодые врачи, они уже как бы на это внимание обращают. Так что вот вам еще один результат, вашу копилочку, пожалуйста. Да, скажу здесь, чтобы вы
кто не дослушает видео, не досмотрит, знали, что под этим видео есть ссылки на все изделия с микросферами. Там 3 странички, имейте это в виду, то есть более 30 видов изделий. Есть защитные чехлы гигиенические каждому изделию. А также я оставлю вам ссылку на все видео по микросферам, их около 20, если вы захотите более подробно изучить эту тему. Тазобедренный сустав у меня болит давно, я уже страдаю от этой боли уже несколько лет. И вот на день рождения мне подружка моей дочери подарила подушку с микросферами. Когда очень уже невозможно было терпеть боль эту в ноге, в тазобедренном суставе, я решила ее приложить. И вот я ночь положила ее на бедро, подвигая ее по ноге в течение ночи до самой ступни. Вот. И после этого утром я проснулась, села, посидела на кровати, встала и пошла по комнате, не хромая. Это было, конечно, чудо. Я не ожидала такого результата, просто чтобы за одну ночь у меня такая положительная динамика была. Мне было так удивительно, так восхитительно. Я поняла, что я нашла причину, как мне бороться с этим моим тазобедренным суставом. И вот я таким образом его очень даже хорошо подлечила. Сейчас я совершенно не хромаю, я бегаю по ступенькам, я играю с детьми в хоккей, я занимаюсь спортом на тренажерах, и мне совершенно не больно абсолютно. Я просто счастлива. Моя подруга начала пользоваться этой подушкой. Она себе так вылечила руку, положила. Боль в руке была, она положила на ночь, утром встала. Говорит, боль прекратилась, не было боли. И больше и не возвращалась. Муж ее как-то рядышком прилег к ней и говорит, ой, как тепло от этой подушечки, возьму я ее себе. И забрал ее себе, положил себе на спину. Так проспал ночь, спина легче стала, и он стал этой подушкой пользоваться. И поэтому сейчас он без боли в спине, у него совершенно прошла спина, и он уже эту подушку теперь не отдает. Он говорит, нет, теперь уже я буду ею пользоваться. Поэтому вот такие бывают чудеса. А вот мой комментарий к данному сюжету. Не надо ждать, когда очень что-то заболит. Первые признаки есть, начните применять те или другие средства. А конкретно насчет сустава, послушайте, я советую, конечно же, применять изделия с микросферами. Сотни людей пишут про то, что у них прошли суставы. Многие болезни с этим связаны. Но обязательно применяйте гель для суставов. Посмотрите это видео непременно. Ссылку я оставлю вам. И вот если пользоваться гелем для суставов 2-3 раза в день, втирать с двойным подходом. Натерли, например, в колено больное. Высохло, положили изделие с микросферами. Ну и так 2-3 раза в день. Плюс к этому я советую в пищу добавлять порошок сныти. Вот он есть. И препарат Латал с селеном. Тогда я скажу вам следующее. Ну, кроме уже случаев, когда не осталось ничего от сустава, но в 99% случаев вы вот при таком комплексном подходе решите проблему с больными суставами гарантированно. Да, и насчет препарата Латал с селеном. Посмотрите, кто еще не видел видео про препараты профессора Исаева. Ссылку я тоже под этим видео на это видео оставлю. Как и ссылку, напоминаю, про все видео про микросферы. Посмотрите эти видео. Теперь следующее письмо. Ник такой пифия, тара души, предсказание. Да. Подтверждаю, работает. Пользуемся я и дочь. Нам обеим помогает. Дочери в местах после операции помогает убрать болевые ощущения. А я пользовалась ее повязкой. Ну, видимо, речь про универсальную повязку идет. Когда переработала в саду с лопатой. Приложила повязку и через 2 часа боль в пояснице прошла. Для стойкого эффекта при хронических процессах нужно пользоваться регулярно. И эффект совершенно точно большой, без побочных эффектов. Ну, естественно, какие могут быть? Ну, без побочных имеется в виду негативных, да? Ну, естественно, только положительные. Алла Герасименко пишет, микросферам верю, потому что сама на себе проверила. Лично мне быстро помогало уснуть, избавиться от боли в желудке, мышцах, суставах. Вот посмотрите, вот 90% писем вот про одни и те же вещи. То есть боли уходят, суставам помогает, в мышцах боли уходят и так далее. Только жалею, когда уезжала, оставила там. Но, вероятно, Алла Герасименко, и судя по фамилии, вот то, что оставила там, имела в виду, что уехала из Украины, видимо. Но понятно, в общем, помогало. Конечно. Так, Виктор
Ем. Недавно еще заметил такое действие от микросфер. Недавно переболел, но остался суховатый кашель. Вот тоже про кашель. Так как я сплю с повязкой из-за тазобедренных суставов, то как-то ночью, перевернувшись на спину, положил повязку на грудь. Уснул и не знаю насколько, но проснувшись, я начал отхаркивать мокроту. На следующий день, днем, снова сухой кашель. Ночью пробовал снова положить. Снова проснулся через некоторое время и начал откашливать мокроту. А суставы тазобедренные, которые ныли у меня, больше не ноют. Но я спал с микросферами месяца 2-3, наверное. Очень классная штука эти микросферы. Я прям очень доволен. Да, что здесь я хочу сказать? Вот я все забываю, меня коллеги просят постоянно, чтобы я это сказал, напомнил. Сколько случаев, когда нам пишут, звонят и коллегам, и говорят, вот там не работает, купили там-то, и даже какие-то негативные писали отзывы, вы знаете, и выяснялось всегда, что покупали, не пойми где. Потому что сейчас с микросферами продавцов объявлений немало. А что там? Как делают? Вы знаете, я хочу здесь привести, я не знаю, чем они завлекаются. Вот мудрость Пушкина, которую он выразил в одном из стихотворений. Что говорил он сукаризный, балда, не гонялся бы ты, поп, за дешевизной. Вот, что касается здоровья, понимаете, это не коробок спичек, который одна фабрика производит, и вы можете, да хоть разные, купить в одном месте и в другом, там, на копейку дешевле. Это касается здоровья. Но если у вас такая вера, то, что сэкономив какие-то деньги, вы получите то же самое, то пеняйте на себе. И это производство, такое производство, всего лишь одно. Одно, их не два, не три. И неподдельные изделия вы можете приобрести только, перейдя по ссылке под этим видео, вот, которое вы сейчас смотрите, и попадете на наш сайт nadgar.ru, и только там вы можете купить настоящие вот эти самые изделия из боросиликатно-кремниевых микросфер. Без всяких там силиконов и прочей гадости. Женщина рассказывает, как у нее боли в колене были нестерпимые, сильные. И они, у нее, конкретно у нее, прошли сразу... Проходят сразу любые боли, когда она прикладывает изделия с микросферами. За 15 минут давление, повышенное артериальное давление, пришло в норму. Интересные у нее возникают ощущения в процессе использования капсулы с микросферами. Ну а у подруги ее после инсульта давление было под 200, ничего не помогало, тошнило. Ну, не жила вообще в принципе человек, то есть мучилась. А после изделий с микросферами нашими вот этими давление нормализовалось. Сон стал хорошим и так далее. Смотрите сюжет. Универсальная повязка. Каждый день сплю. То на себя, то под себя, то обернусь, ну, где болит. Боль проходит сразу, моментально. Коленка, когда болит, я вот универсальную повязку навязываю, тут же боль, вот сразу, вот прям вот сразу проходит боль. Ну, я, значит, долго, ну как, походила, сняла, или на ночь. На следующий день у меня вообще ничего не болит. Ну, мы же как не болит, ну и не делаем. То туда, то сюда привязываешь, и везде же уже все болит. Сегодня я испытала капсулу. Конечно, ощущение... колоссальные. По голове вот, все в мурашках, все шевелится, все, желудок прям вот аж, как будто он там ходит ходуном. Вот прям вот так, волнами, как будто там кто-то живет у меня. Голова вся вот согрелась, и там у меня тоже мураши бегают, пальцы рук и ног. Вот где болит, там и шевелится. Вот это честно. А вот где вот не болит, там ничего. И, естественно, я почувствовала, я даже вот всем рассказала, у подруги инсульт был, вот я ей отослала эту шапочку. Давление 120/80, у нас вообще порода такая, ни у кого не бывает давления. Тут что-то я перевытомилась, в лес ходила. И тут я чувствую, у меня из-под ног... Земля прям вот так вот, все вот так вот, и голова кружится, и я думаю, да что ж такое. И у меня ни таблеток нету, я же не гипертоник, у меня нет никаких таблеток. Ну, думаю, а что делать? Легла на подушку, накрыла, прям вот накрыла себе лицо этой универсальной повязкой и лежу. И чувствую, вот прям сразу боль проходит, и вот чувствую, что у меня все сразу восстанавливается вот это вот. И на душе спокойно. И я думаю, как бы мне вот не уснуть, у меня же там варенье варится. И вот программу себе поставила, через 15 минут сейчас полежу, и уснула, провалилась. Просыпаюсь через 15 минут, давление 135/90. Ничего не болит. Я говорю, 15 минут, никакой таблетки. Кстати, Валя, вот подружка, она где-то дня через 3
у нее нормализовалось давление. Она выписалась из больницы после инсульта, у нее 190 под 200. Она говорит, я уже не знаю, что пить, мне уже тошнит от этих таблеток. Теперь она говорит, Неля, у меня давление нормализовалось. Вот буквально дня три. Это вообще чудо. Вот. А это же берешь и на всю жизнь. Она же не портится, ничего с ним не делается. Тут я это одеяло купила. И вот в первый же день я проспала до утра. Просто такого не было. Никак, ну, давно не было, даже не помню, чтобы я так спала. Проспала до утра. Просыпаюсь. Неужели я ни разу не встала? А тут проспала. Я говорю, ну надо же, в первый же день. Пишет Элина 30 числа первого месяца этого года. Очень понравился бандаж. Снимает напряжение в шее и создает эффект промассированного шейного отдела. Благодарю. Комментарий от Екатерины от 14-4 месяца 23 года. Знакомый 65 года рождения доволен. Бандаж применяет месяца полтора каждый день. Говорит, мышцы стало легче прорабатывать. Он занимается своим здоровьем, но на инвалидности ему ставили Бехтерева. Здравствуйте. Меня зовут Носкова Татьяна. Микросферами я пользуюсь 11 месяцев, с 5 мая 2021 года. Познакомилась с ними совершенно случайно. Привело меня к этому мое состояние. Очень обострился остеохондроз, грыжи мои шейные. До этого я проходила в течение нескольких месяцев лечение. Все сопровождалось болью очень долгое время, что создавало трудности передвижение вообще по комнате и тем более каких-то физических нагрузок. Спать вообще было невозможно. Это столько было мучений. Ну, это 21 год, к осени прекратились боли. Зима, она, конечно, спокойная. И вот 21 год, начинается огородные работы, видимо, перенапряглась, и боли вернулись. Здесь я знакомлюсь с микросферами, не думая, выписываю. Через 5 дней приходит посылка, я так обрадовалась. Одеваю вот этот шейный бандаж. Еще купила шапку себе, сразу очки взяла. И даже не выполняя рекомендации, первые там недели по 15 минут, я не снимаю этот бандаж. И, о чудо, на 4-5 день боли уходят. Представляете, как я была поражена. С тех пор я сплю с этими микросферами, с этими изделиями, не снимая. Результаты очень классные. У меня голова лучше стала соображать. У меня улучшилась память, у меня даже речь изменилась. Улучшилось настроение, улучшилось вообще общее самочувствие. Я и так по жизни человек позитивный, но у меня больше стало радости как-то в душе, уверенности в себе, уверенности в своем здоровье. Повысилась работоспособность, повысилась. Я даже вес снизила на 8 килограмм за это время. Я никаких усилий к этому вообще не делала. Что еще меня очень поразило, ну, я слушаю, конечно, ролики, и чьи-то советы или чьи-то, кто-то делился своим опытом якобы о том, что уходят даже какие-то опухоли. Я еще слышала, что, ну, уже в моем возрасте катаракта, глаукома развивается. Если спать в этих очках постоянно, то приостановится этот процесс. Ну вот сейчас жду обследования, посмотрим. Потому что у меня как бы уже начальные стадии есть. Вот. Я очень надеюсь, что этот процесс приостановился. Ну, по крайней мере, зрение у меня не ухудшается. Хотя у меня на левом глазе было 2 операции по удалению разрыва сетчатки. Вот я вожу спокойно машину. Ну, правда, в очках. Вот, но у меня зрение остается прежним. Я изделие назвала микросферой чудом. Очень всем рекомендую. Теперь про универсальную повязку. Комментарий. Пишет Светлана, а 2 числа 4 месяца 23 года. Ребенку 7 лет, по ночам часто плакал, потому что ножки болят. Приходилось натирать согревающей мазью и давать обезболивающее. Повязку получила
В августе 22 года в течение месяца каждую ночь спал в них, и через 3 дня ножки перестали болеть. Сейчас, если начинают болеть, сам берет эко-гель, натирает, это еще очень важный момент, я поясню сейчас в конце. Так вот, натирает коленочки и надевает повязку и ложится спать. А я только утром вижу, что ножки в повязках. Да, что называется, ребенка не обманешь. Так, у меня спина не болит, как я думала, но как-то в районе плеча защемило, и муж натер всю спину эко-гелем. Ну, для суставов и мышц, вот этим. И повязку мне закрепил. Утром у меня спина такая легкая стала. Через пару дней попросила еще раз натереть. И тот же необыкновенный эффект легкости. Благодарю, Юрий Андреевич, что доносите до нас такие продукты. Огромная благодарность изобретателям данных изделий. Светлана. Здравствуйте. Меня зовут Валентина Ивановна, мне 70 лет. Я немножечко начну издалека. В 1989 году я попала в аварию и с тех пор, в общем, лечусь, реабилитируюсь. Ноги все время хуже, хуже и хуже. Вот недавно, где-то года полтора назад, я увидела вашу передачу. Послушала, сначала не поверила, послушала. Купила универсальную повязку. Попробовала, мне понравилось. Потом еще купила универсальную повязку. Также потом ботиночки купила. Но уже где-то я пользуюсь этим года полтора. Что я хочу сказать? У меня был перелом таранной кости. Собирали ее на спицах. Также, вот когда я попала в аварию, также у меня был оскольчатый перелом бедра. Ступня у меня была как вот... деревянная, я ее не чувствовала совершенно, и на правой ноге вот эти 3 пальца, значит, мизинец, безымянный и средний, как деревянные. Что я стала замечать? Вот эти когда одевала тапочки, сейчас у меня нога как будто бы вот моя, и пальцы шевелятся, и ступня тоже шевелится. Я ее и на себя, и от себя, и в стороны, и повороты делаю, все, что я раньше вообще не могла ничего делать, потому что она у меня как деревянная была. Также у меня, значит, в том месте, где был перелом на бедре, был остеомиелит. И он у меня, в общем, такой хронический. Теперь я начала привязывать, ну, я все это привязываю то там, то там, то там. Вот, начала привязывать. У меня была шишка, где вот этот остеомиелит, шишка, и такая она неприятная, и все. Вы знаете, сейчас у меня эта шишка куда-то делась. И, в общем-то, нет никаких болевых ощущений, что вот у меня там что-то нехорошо. Поднимаемся выше. У меня все время была изжога. Я как вечером немножко поем, но не могла. Прям без каких-либо таблеток я не могла вообще вот спать, даже ложиться. Стала привязывать универсальную повязку на живот. И вы знаете, я и забыла, что такое изжога. Вот. И также еще я хочу сказать, вот у меня еще насчет волос. У меня была седая прядь, не сильно седая, ну, как дорожка, вот в этом месте, вот. А я все время ношу эту повязку на голове. И вы знаете, уже полгода волосы-то растут, а пряди-то нет, седой. Я очень благодарна. Естественно, я всем сказала, у меня и сын пользуется, у него грыжи в шейном отделе. И он все время жаловался, что болит спина. Вот. Сейчас я ему тоже купила универсальную повязку. Говорю, пользуйся. Он сначала смеялся. А вот теперь пользуется и говорит, мам, а в общем-то очень помогает. Я, говорит, забыл, как у меня болит спина. Вот всем своим приятелям, всем своим подругам я, как говорится, рекомендую. Но не навязываю, а просто говорю, попробуйте. Попробуйте, и у вас все получится. Спасибо за внимание. Виктор М. уже писал свой отзыв, его даже Юрий Андреевич зачитывал в своих видео. Вот, кстати, видите, значит, человек пишет второй раз. Ну вот слушайте. Давно пользуюсь повязкой из микросфер, очень доволен эффектом. Помогает снять боль в суставах. Кстати, о суставах пишет добрая половина всех людей, то есть тысячи людей, кто оздоровился с помощью этих изделий с микросферами, пишут о суставах.
Далее. Тазобедренный сустав иногда не дает спать на боку, поднывает. Зажимаю повязку между ног и тогда сплю спокойно. Иногда, когда долго сижу перед телевизором, тоже начинает ныть сустав, отдает в икроножную мышцу. Кладу повязку на сустав и буквально за 5-10 минут все проходит. Маме понравилась шапка. Она тоже заметила эффект, одевает не только на голову, но и прикладывает ее к больным местам, и боль уходит. В общем, классная штука эти микросферы. Ни разу не пожалел, что купил. Здравствуйте, меня зовут Замерцева Наталья, я проживаю в городе Новосибирске. И хочу с вами поделиться своими впечатлениями и невероятными результатами от использования изделий из микросфер. Все началось 4,5 года назад. Я, естественно, тут же заказала, потому что еще от этого ровно год назад у меня была травма, очень серьезная. Я попала под машину, под грузовую газель, прямо на пешеходном переходе, которая проехала колесом мне по голени. То есть она меня оттолкнула, я упала, и она по голени мне переехала, тормозя на перекрестке. И раздробила мне кости, сустав, сухожилие, все-все-все. Ну, хирурги мне все собрали, я полгода была на больничном, но результаты были такие, что я как в большом железном сапоге, вся нога моя, как не моя. И я тут же заказала эти ботиночки. Мне они пришли, я их одевала после работы. Не часто, как сейчас признаюсь. Я их одевала, и вот прошло, я их заказала осенью, и вот зима. А ноги у меня не болят. Вы понимаете, прошел ровно год после операции, такой серьезной, я с палочкой ходила. Там я думала, вообще я никогда палочку не оставлю. А тут они просто у меня не болят. А у меня начался огромный фурункулез по всей передней брюшной стенке, на животе. В нижней части какие-то карбункулы прямо воспалялись. И это все проходило, опять начиналось. Раньше фурункулез там в молодости, в детстве. Сегодня он вздулся, мама их тёлкой намажет, тут же он прорвет. На следующий день нет следа. Здесь это какое-то невозможно прикоснуться. Я там их ваточками обкладывала. То есть это был просто ужас. Ужас ужасный ровно год. Я эту заказала универсальную повязку. Я ее раз, и все прошло. Но я не поняла. Просто у меня исчезли через полтора года весь мой этот самый, фурункулез, а там карбункулы были, понимаете, с перепелиное яйцо. Они уходили в толще кожи, подкожную клетчатку. Я их могла нащупать, они в покое, не воспалялись, ничего, но я их чувствовала. Ну, то есть, все прошло, нету ничего. Это уже прошло с 20-го года, когда ковид начался. Все, уже 2 года, все, забыла я уже про это. Теперь у меня уже пакетик в шифонере. Там и универсальная повязка, и тапочки, и все-все-все. Но началась другая проблема. У меня начался вот эта часть скулы просто вот так вот воспаляться. Я к лору. Лор говорит, это не их патология. Я к неврологу. Она говорит, нет. Аневрит у меня было лица лет 15 назад. Это когда лицо опустилось, одна часть. Вот. И я тогда магнит, таблетки, мази, все-все-все. Ой! Шапочку мне надо. И вот такую шапочку. Так, это у меня вот тапочки, которые мне в пакетике лежали. Вот. Потом это что у меня? Вот эта универсальная повязка, которая тоже уже в шифонере к тому моменту лежала. Шапочка. А, вот я из этой шапочки сейчас сделала варежку. Это самое. Потому что... Вот она. Такого. Потому что сейчас почему-то у меня рука болит. Устав. Вот. Ни с того, ни с сего опять. Ну, теперь я не мажусь никакими лекарствами, таблетки не пью. Все, он уже почти прошел. Вот так вот на липучке, это самое, вот, шапочку. Я купила шапочку, не пришла. Одела несколько раз, вся пропотела, это вот так все вздулось. Я думала, наверное, это не мой вариант. Наверное, мне не поможет, потому что было очень тяжело. Вот, такая вот у меня шапочка. Вот, ну что вы думаете? Все прошло. И вот палец. Вот. Сейчас я вот делаю такую варежку. Вот так вот. Раз. Ну все. Вот дня 2 я в ней поэтосанывала. Все, палец прошел. Все, могу спокойно работать. Все, и воспаление закончилось. Вот. И вот такие вот у меня впечатления. У меня такое впечатление, что они, эти микросферы, даже лежа в шифонере, работали, они чистили мой организм.
Потому что после всех приемов своих препаратов, несколько лет, я посадила полностью свой кишечник. И желудок, и печень, и поджелудочную. Вот что бы я ни съела, печень я уже чувствую, наклоняюсь, я чувствую ее в подреберье в правом. Тут у меня в левом подреберье тянет. Вот что бы я ни съела, даже кашки ложечку. Это самое. А если уж котлетку, все, до свидания. Это самое. Будет плохо мне. И вот я купила пояс. Сейчас я уже полгода хожу в поясе. Потому что вот на медосмотре у меня анализы печеночные все, эти самые, ЛТСТ плохо. На УЗИ кисты печени. Вот. И я теперь хожу уже получше. Уже получше. Но хочу вам сказать еще плюс один. Меняется предпочтение. Уже хочется яблочко, гранатку, что-нибудь там, грейпфрут. Хочу вам сказать, что микросферы меняют аппетиты. Конечно, я похудела не намного, там, наверное, 2-3 килограмма, но результат есть. Так что вот. Единственное, что я хочу добавить. Обязательно смотрите мои видео по печени. Я вам оставлю под этим видео ссылку на плейлист. В нем более 10 видео именно о печени. Более подробных, всеобъемлющих видео и достаточных для излечения практически любых проблем с печенью просто не существует. Их смотрите и конспектируйте. Очень советую посмотреть там видео о скрытых проблемах печени, о симптомах, которые говорят о том, что с печенью есть уже проблемы. Ведь у многих людей они есть, а люди это даже не ощущают, то что печень не болит. Да, скажу здесь, чтобы вы... Кто не дослушает видео, не досмотрит, знали, что под этим видео есть ссылки на все изделия с микросферами. Там 3 странички, имейте это в виду, то есть более 30 видов изделий. Есть защитные чехлы гигиенические каждому изделию. А также я оставлю вам ссылку на все видео по микросферам. Их около 20, если вы захотите более подробно изучить эту тему. Меня зовут Макарова Резида. Я из небольшого поселка городского типа Кельмесь Кировской области. Я хочу еще немножко сказать о тапочках. Почему мне подарили тапочки? Потому что у меня... Я бы не сказала, что у меня очень большая косточка. Нет. Но у меня в районе косточки так совпало начальная какая-то стадия артрита. Так мне сказали после рентгена. Ну и мази, что там, мази, в общем, обувь удобная. Другого-то нет ничего. Когда я начала пользоваться тапочками, я по ночам 2-3 спала, просыпалась и просто с ног их сбрасывала. До такой степени мне было жарко, до такой степени ноги у меня потели, мне было дискомфортно очень. Я не могла обувь носить, да. Я не могла носить обувь даже на маленьком каблуке. А представьте, ну, утренник надо вести все равно, ну, не в тапочках же. Все равно хочется что-то одеть и выглядеть красиво. И что вы думаете? Я не понимаю, как это произошло и в какой период. Утренники же периодически к праздникам подходят. Я начала носить обувь. Я влезла в обувь. Хотя мне казалось, что я уже, наверное, с узкой обувью распрощаюсь совсем. У меня она даже не усыхать, она как-то стала выравниваться, эта шишечка. И теперь я эти тапочки сплю в них всю ночь не потея. Вы понимаете, я их просто не ощущаю. А супруг у меня умудрился их напялить, по-другому вам не могу сказать, себе на ноги. А у него, простите, грибок. Я так расстроилась, я говорю, ну что мне теперь делать с ним? Ты зачем их одел? А он одну ночь поспал, проснулся и говорит, я тоже такие хочу. Потому что он спал беспроблемно. Вот говорит, я ночью лег, и я утром только проснулся. То, что когда говорят, что помогает от грибка, это, видимо, ну, действительно так, потому что у меня его нет, это я со слов только могу сказать. У меня, по моим ощущениям, я это не знаю, но факт остается фактом. Вот сейчас в эфире очень хочу поклониться низко людям, которые, естественно, создали эти микросферы, а еще тем, которые занимаются вот изготовлением этой продукции. Вы делаете такое благое дело, ну, даже, мне кажется, его ни с чем сравнить нельзя.
Вот знаете, есть закон бумеранга. Вот ты запускаешь бумеранг, а возвращается он тебе обратно. Вот вы запускаете эту продукцию арт-трейда в массы. Вам, вашим детям, вашим близким вернется такой добротой, таким здоровьем, о котором мы даже не задумываемся. Я хочу выразить вам огромную благодарность за то, что по большому счету вы оздоравливаете всю нашу нацию. Вот если говорить пафосным языком, да, то это действительно так. И поэтому людям советую брать без страха, пользоваться. Единственное, что хочу сказать, наберитесь, люди, терпения. Не бывает так, что я взяла себе повязку, к примеру, вот универсальную, да, приложила, вот у меня вот такие результаты, скорые, быстрые, а кто-то прикладывает, у него день, два, неделя. Поймите, мы ведь организмы все разные, и мы люди разные, и генетика у нас разная, и объем заболеваний, который уже там в организме, ведь ни один доктор не просветит и не просмотрит и не скажет. Дайте просто себе этот шанс. Дорогой Юрий Андреевич, купила подушку из микросфер. Голова и шея не болели за эти 2 месяца ни разу. И сплю гораздо лучше. Здоровья вам и благодарность за труд. Меня зовут Тамара Борисовна, мне 70 лет, из города Северодвинска. Более 2 лет я находилась на обезболивающих препаратах. У меня хронический болевой синдром, на позвоночнике протрузии, 3 компрессионных перелома, грыжа, вот, ну еще куча всего. Я в очередной раз выкупила препараты обезболивающие на 3 месяца, но их не использовала. Почему? Увидела рекламу ваших изделий, выслушав многочисленные отзывы о положительных результатах пользования ими, решила себе заказать. Ну и заказала маску для сна и универсальную повязку. Стала ими пользоваться. Очень они мне понравились. Вот, пользовалась практически постоянно. Спустя какое-то время у меня боль в позвоночнике немножко как бы успокоилась, поясница перестала, меньше стала болеть, улучшился сон. В результате этого я лето спокойно работала на даче с использованием ваших изделий. Спустя какое-то время я заказала еще себе жилет, шейный бандаж, ботиночки, универсальную повязку, но еще несколько изделий. Ими постоянно пользуюсь. Ну и считаю, что они мне помогают. Что я излечила как бы? Была у меня шпора на ноге. Сильно она меня мучила. И стала пользоваться ботиночком и универсальной повязкой. Недели через 2 шпора перестала меня беспокоить. Бывает, что боли за грудиной, беспокойство, нервное напряжение, какая-то тяжесть, шум в ушах, головные боли. Надеваю шейный бандаж и повязку на голову. Через 30 минут, 1 час все вроде бы успокаивается. Ну и самое-то такое, что мне особенно понравилось. Я в этом году проходила в очередной раз обследование. Я состою в онкодиспансере на учете с 96 года. Делали УЗИ молочных желез. И у меня не оказалось на снимке множественное количество, как в прошлые годы, новообразований. Вот. А в этом году мне планировали на одном из них брать биопсию. Так что все чисто, и один из диагнозов у меня сняли. Да, я хотела бы добавить. Дочка видит, что я пользуюсь вашими изделиями практически каждый день и получаю положительный результат, тоже решила воспользоваться этим. Нет-нет, да и выписывает себе ваши изделия. Вот. Своим знакомым я рекомендую. Сын у меня, нога была сломана, ботиночком тоже пользовался. Вот. Соседке по даче своей предложила, решила она подумать. Ну и благодарю вас за ваши прекрасные изделия. Считаю, что они очень нам полезны, что не надо травить нам желудок всякими препаратами, а больше толку будет от ваших изделий. Добрый день. Меня зовут Галина. Мне 67 лет. И живу я в городе Волгодонске Ростовской области. Я хочу поделиться с вами своим мнением о продукции из микросфер. Я одеваю на себя ботиночки сразу же на ноги, одеваю шапочку, горло вот так привязываю повязку универсальную для глаз. И вы знаете, я не пью ни одной таблетки. Теперь в 2022 году
Я еду на операцию второго тазобедренного сустава. И с собой уже беру свою любимую подушечку. Сделали мне операцию. Я кладу на тазобедренный сустав эту подушечку и с ней лежу. На утро приходит на обход врач и говорит: «А что это у вас такое?» Я ему начинаю рассказывать, что это вот микросферы, как они лечат, как они действуют, что они использовались вначале только, они были засекречены только в военной промышленности, а сейчас в перинатальных детских центрах, в ожоговых центрах пользуются этим. Врач посмеялся, говорит: «Ну-ну», и ушел. Через 2 дня я отказалась от обезболивающих. Хотя в палате женщины, которые лежали со мной, они кололи обезболивающие 3 раза в день. А я после 2 дней отказалась принимать обезболивающие уколы. Когда после первой операции я одевала все эти изделия на себя, у меня на теле была папиллома. Я хотела тоже ее удалять. Проходит время, месяца, наверное, 3. И вдруг однажды я вижу, что моя папиллома высохла и просто-напросто отвалилась. Теперь я пользуюсь этими изделиями постоянно. Вот эта подушечка, я без нее никуда. Даже если я куда-то уезжаю надолго из дома, я беру ее с собой. Во-первых, почему еще я пользуюсь этой подушечкой и чем она мне нравится? Вот покушала я, и тяжесть у меня. Я беру, ложусь смотреть телевизор, прикладываю ее вот так во всю длину. Проходит где-то 30 минут, у меня вообще перестает чувствоваться тяжесть во мне. Идет быстрее расщепление продуктов. В эти ботиночки, вот в один из ботиночков, я на ночь ставлю графин с водой. Вода становится на утро совершенно другого вкуса. В общем, я стала верить в эти микросферы. Светлана Валентиновна, расскажите, что за последние интересные случаи вот на днях буквально были в вашей, так что называется, практике, в вашей жизни? Здравствуйте. Здравствуйте. Вот самый последний случай, буквально я приехала вот из Орла, я в своем городе справляла день рождения, пригласила друзей. И одна из моих самых, давних знакомых, она, оказывается, 6 лет назад попала в аварию. Были переломаны руки и ноги. Слава богу, позвоночник и голова не пострадали. Но она 2 месяца мучилась. Она говорит, это был ад. Ее кормили, передвигали. Но это был ужас. Причем она такого веса приличного человека. Вот. И я ее увидела после 5 лет, как она перенесла эту травму. Я пришла в гости, а она говорит: «Света, я жить не хочу, у меня так все болит, у меня ночью гудят руки-ноги, я по 4 раза встаю за ночь, это ужасно». Ходить она еле-еле могла, только с помощью дочери там передвигалась. В общем, я увидела человека, который был необыкновенно активный путешественник, увидела в самом плачевном состоянии. И я ей подарила шапку, жилетку, повязки на ногу, вот эти универсальные повязки, там, голеностопы, тапочки, в общем, все необходимое. Чтобы у нее были руки завернуты, чтобы у нее ноги были завернуты, голова на всякий случай от этой психологической травмы, которая у нее позвоночник и все такое прочее. И попросила ее: «Пожалуйста, только спи вот в этом». Вот она такой человек, она меня очень слушает, очень уважает, и поэтому она беспрекословно сейчас слушается. Я говорю: «Понимаешь, люди мне приносят снимки, на которых я прямо видела со смещением перелом, и потом приносят, нет даже мозолистого тела. То есть абсолютно ровная кость, как будто ничего не произошло». Я говорю: «Ты понимаешь, я вот верю в то, что у тебя все будет нормально». И как всегда, я очень занята, я исчезла почти на 2 года. Вот мы с ней тоже не виделись. И когда я сейчас приехала, я решила пригласить на день рождения, а сама не решаюсь. И вдруг она мне звонит поздравить меня. Я так осторожно спрашиваю: «Как ты себя чувствуешь?» Потому что, думаю, не буду поздравлять, вдруг она не ходит совсем уже.
Она говорит, как, великолепно, просто как ты приехала, все, у меня все боли прекратились, я сейчас хожу прекрасно. Я говорю, да ладно. Я приезжаю к ней, чтобы привезти ее на день рождения. Выходит такая элегантная дама в шикарном наряде, прекрасно идет сама. И вот она потом на дне рождения у меня это рассказывала. Вот, а потом я попросила ее отдельное интервью, чтобы она рассказала об этом. Вот это один из случаев, и почему я считаю его уникальным, он такой просто, я вот до сих пор, у меня праздник на душе. Во-первых, это мой хороший друг, которым я благодарна за очень многие поступки в жизни. Вот. Во-вторых, это человек пожилой, то есть который 81 год. В-третьих, она 5 лет, то есть она ездила в санаторий, она делала все процедуры, она все делала, что положено по медицине. Она говорит, после санаториев чуть-чуть становилось легче, а потом все возвращалось. Так вот, пожалуйста, результат микросфер. Вот прошло год и 8 месяцев. Она говорит, да что ты, Света, я сразу, мне боли прошли сразу, она говорит. А теперь я уже хожу, у меня все восстановилось, энергия, все восстановилось. Да, она говорит, еще побочно. Ты знаешь, у меня проблемы были с желудком, а сейчас я вообще не чувствую, что у меня есть кишечник и желудок. У меня все идеально переваривается. Да, еще, говорит, ты знаешь, я вдаль стала видеть. Я абсолютно идеально вижу вдаль. То есть, вы понимаете, год, 8 месяцев, после тяжелейшей травмы, человек пожилой, который уже куча болезней, уже там желудочно-кишечным что-то было, и уже глаза, естественно, не видели ни близко, ни далеко. И вот за такой короткий период вот такой потрясающий результат. Человек получил травму черепа топором, сняли прям по дням. Что происходило? То есть, они были шокированы, что на второй день уже просто вот этот глубокий шов до кости, до черепа, зарос практически буквально и каждый день, а через 8 дней волосы стали расти на том месте, где был этот удар топором. Вот это поразительно. Я помню, вы мне про такие случаи рассказывали, но, что называется, трудно поверить, пока не увидишь. А тут непосредственно, как говорится, свидетельство от того человека, где была такая вот трагедия случилась. Это вот после случившегося через час. Второй снимок, это ровно через сутки. И третий снимок, вот сегодня, даже двое суток еще не прошло, то есть через двое суток получается. Уже, смотрите, килоидный рубец уже образовался даже. Буду дальше делать снимки каждый день. Меня зовут Алина, я хочу рассказать о результате своей мамы. Ей 83 года. Последнее время она очень тяжело вставала, то есть у нее больные коленки. Когда-то был сильный перелом лодыжки, висела нога на одном сухожилии, стопа. Вот, соответственно, плохо срослось, и пошли потом вот проблемы еще с коленками. Она еле вставала, ей нужно было достаточно много времени, чтобы просто распрямиться. Я уже ей купила костыли, помимо палочки. Уже хотела ходунки ей покупать. Сейчас мама прекрасно встает, просто вскакивает, как девушка. Купила, да, наколенники. Вот, потом, значит, маска у нее есть, подушка у нас есть. Она лежит постоянно, тапочки у нас у всей семьи есть. Вот, и мама встает, по квартире она с палочкой уже не ходит. Она просто вот как молодая, она вскакивает и пошла. Так что пользуйтесь, на здоровье. Я Моргунова Раиса Николаевна, проживаю в Москве. Мне 72 года. Продукция была приобретена более года тому назад. Очень много позиций. Повязка, шапочка, матрас, подушка. Вот практически пользуюсь этой продукцией. Получаю удовлетворение. Страдаю, наверное, это возрастной бессонницей. Поэтому, когда пользуюсь этими продуктами, то подъем энергии. С учетом всего вышесказанного, я себя хочу привести пример. Ровно неделю тому назад находилась за городом и упала на улице. И, в общем, когда приземлилась, оказалась внизу, последний удар был головой в железобетонную балку. В общем, оказалось так, что было, в общем, нанесено, удары 5. Первая голова пострадала, шишка и боль с правой стороны, рука правая, нога левая, стопа. То есть была опухоль
Ну, я человек по натуре такой, благо я с собой все время ношу в сумке повязку для сна, и она практически всегда со мной путешествует. Вот так и это всегда присутствует. Но по натуре постаралась сделать, завязать, как периодически прикладывать. Через 2 дня уехала с дачи назад в Москву и все время привязывала свои. И самое главное, была удивлена, когда одевала шапочку вот на ночь, то через 2-3 дня у меня этот опухоль ушла. Значит, все постепенно этот опухоль ушла. С левой стороны сразу подложила эту маску и вот подложила и подкладывала ее под грудь. Постепенно, ну вот буквально за 5 дней у меня ушла реберная боль. Просто где-то щелкнула, где-то уколола мгновенно. Прикладываю и, в общем, получаю полное удовлетворение. Сейчас, в общем, хочу приобрести, ее просто-напросто надо использовать в своей жизни. Начну с того, что лет 5 или 6 тому назад я раз упала серьезно, второй раз серьезно упала. Ну, в общем, получила некроз тазобедренного сустава, лежала почти год в ожидании операции. Потом мне сделали операцию. Был очень травмирован, помимо этого, коленный сустав, очень травмирован. Там наросты, короче говоря, мне через 1.5 года после тазобедренного заменили коленный. Операция была настолько серьезная, что, ну, это, представляете, спиливали лишние кости, огромные все эти наросты, все это у меня... Неприятно, конечно, очень процедура была. И я восстанавливалась после коленного очень и очень тяжело. У меня такие боли сильные были. Все мышцы ноги, бедро, все бедро. И здесь ваша передача первая с вашими сферами. Я тут же, я не знаю, моментально заказала, сделала заказ. Но я его ждала, я не знаю, как я его ждала, дождалась. Слушайте, я обложила, выписала жилетик себе, выписала 2 повязки. И ботиночки для мужа. Это первый раз я сделала такой большой заказ. Тут же обложила жилетиком свое колено больное, эту мышцу. Вы знаете, вот я сейчас говорю, у меня слезы капают, потому что невозможно это ощутить было. У меня постепенно, потихоньку стала уходить боль. И главное, сферы как действовали. Такое впечатление, что у меня там полчища червей, извините, завелось в мышцах. Они же, вот это вот взаимодействие, они шевелились, как бы ползали эти по мурашке. И что интересно, пока я обкладывала, буквально только обложила, было бы мягонько, все, через 1.5 часа, наверное, они твердые. Я их разбила опять. Ну, короче говоря, вот с этого дня... Фактически вот с первого дня пользования сферой я прекратила пользоваться болеутоляющими. Можете представить, я жила на болеутоляющих, и ваши сферы мне помогли. Я ушла от этих анальгетиков полностью. И вот все легче, 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 легче. В результате, ну вот за два года я с ними сравнилась полностью. Не повторяю, у меня тяжелое состояние было. Ну, короче, я вытянула без анальгетиков свои больные вот эти два колена, и коленный сустав и тазобедренный сустав. И хочу сказать тем, кто готовится к операции, кто после операции, лучше купить хотя бы жилет или хотя бы повязку и пользоваться этими вещами, потому что, ну, уйдете от болеутоляющих. Я забыла, что это такое. Это я настолько редко, да фактически не пользуюсь. Вот уже 2 с лишним года я фактически болеутоляющим не пользуюсь. Помимо того, что моих этих падений, я грохнулась и повредила спину, у меня оказался вот перелом позвоночника L1. Ну, сейчас он, благодаря тоже, видимо, сферам, тоже я все это затянула, более-менее восстановилась и стала ходить. Получилось так, что думала, что у меня просто, ну, болит нога и отдает. А оказывается, это все у меня вот в результате падений, вот такая вся петрушка у меня получилась. Ну, слушайте, я и на поясницу кладу
Вот ложусь на жилетку. И самое интересное, что первое время, когда я на него укладывалась, очень, ну, как месяца два, наверное, он как стиральная доска, весь вот это, эти волны все эти, твердый был. А по сейчас вот уже укладываю, он уже у меня все, уже воспаление, чувствуется, что воспаления нет. Все у меня нормализовалось. Грандиозно, понимаете, это настолько грандиозно, это настолько... Я не знаю, я просто благодаря каждый раз, когда я укладываюсь, вот что-то нахожусь на топ, на дома еще хожу с костылем и с опорой, болит, легла, обложила, все, через какое-то время у меня все боль прошла. Вчера скрутила руку так, что обняла ее, эту мою ручоночку сферы, и тоже все прошло. Поэтому, знаете, не бойтесь, кто вот сомневается, сферы работают, да еще как работают. Для себя открыла, вот это были сильные качели наши, давление скакало сильно очень, сколько месяца два тому назад, если не три тому назад. Сердце не могла, вот трепыхалось, я не знала, как его успокоить, мне казалось, что оно сейчас у меня выпрыгнет. Ну что, я вспомнила, за сферы положила повязку, не повязку, а жилетку на грудь. Вы знаете, минут через 20 максимум сердце мое успокоилось, тишина, все, никакой тахикардии, великолепно. Потрясающе работает, оказывается, еще для меня непонятно, как может быть. У меня иногда бывает сильная изжога. Думаю, да, я попробую. Попробовала. Что же вы думаете? Минут, наверное, через 40 моя изжога прошла. Вот такие вот так вот работают сферы. Кладу постоянно, вот заболело горло, я на горло. Любое, что мне под рукой, то ли повязка, то ли жилет, то ли шлем. Потом я в следующий, значит, это первый раз я выписывала, а во второй выписала повязка, жилет и сферу. И, короче говоря, я в шлеме что делаю? Как по таковой я его не одеваю, как шлем. Он жарко, неудобно. Я его раскручиваю, кладу на голову, чтобы и глаза закрывала. Иногда так поворачиваю, чтобы и лицо. И потрясающе, вот я уже пользуюсь им почти шлемом фактически год. Заметила, что у меня ушли морщинки фактически. Лицо помолодело, здорово помолодело. И поэтому я и голову лечу. И иной раз вот беру, как колено начинает побаливать, я его на колено. То есть здесь универсально. Как вы говорили, что сферы работают в любом, что есть, то и кладите. Я в этом плане убедилась, что это действительно так. Особенно хорошо горло лечит, насморк. Вот начинаешь заболевать, нос положилось, все прошло. Потрясающе. Я просто говорю, ну... Такого эффекта никогда не ожидала. Никогда не думала, что это вот так мне поможет. Прям новинка. Это вчера прилетела от сестры от моей. Значит, она своему бывшему мужу, зная, что у него проблема с коленом, купила универсальную повязку, чтобы он ее мог одевать хоть куда. Принеся ему, он ей сказал, говорит, нафига ты мне эту фигню принесла? Она говорит, Миша, ты попробуй, значит, все. Ты мнительная. И сын тут встает в их разговор и говорит, пап, как мнительно, если она стала пользоваться за 2 недели, у нее прошло заболевание, с которым она мучилась 9 месяцев. Он согласился, забрал эту повязку, значит, в первый день он ее приложил на 10 минут, как они там на 15 минут порекомендовала, на второй день он приложил на 30 минут. Звонит и говорит, она говорит, я не ожидала, что мне позвонит. Аня, мне помогло. Купи мне капсулу. Я ногу раньше с кровати снимал руками. Сейчас, говорит, она у меня сгибается, нога до задницы. За 2 раза. И говорит, мне все это фигня не нужна, мы, говорит, будем лечиться всей семьей. В общем, мне нужна капсула. Вот так. На Новый год я приобрела изделие. Это был жилет. Я пенсионер. Пенсия небольшая. Очень страдаю заболеванием сустава. Особенно страдаю болезнями спины, коленей. Я тут же накинула на спину жилет. У меня в это время сильно болела спина. Я уже какими только мазями не пользовалась.
и согревающими, и охлаждающими, и все это на какой-то момент снимало болезни эти, боль. А потом все снова возобновлялось. И вот, значит, я сразу тут же открыл посылку, примерил на себе жилет. Походила 20-30 минут, точно не помню, но я почувствовал сразу такое облегчение, не захотелось летать, а точнее что-то сразу по квартире делать. Я проделала такие вот сеансы небольшие в течение 2 недель. Каково же было мое удивление? Боль в спине прошла, и я до сих пор чувствую себя прекрасно. Я забыла за боль в спине. Кроме того, у меня в шейном отделе была какая-то шишечка, опухоль. И она прошла. Я очень удивилась. Я поняла, что это необыкновенное чудо. А вот это письмо пришло мне лично на почту 14.04.23 года от Евгения Лосицкого. Глубокоуважаемый Юрий Андреевич, к большой моей радости нашел ваше письмо. Вы, как и рекомендовали, многое планирую приобрести. Получил хорошие результаты лечения микросферами. Эпикандилита локтевого сустава, так называемый локоть теннисиста, который лечится месяцами и не всегда с успехом. Ну, тут фраза, видимо, не закончена. В общем, применение микросфер через 1/4 часа уменьшает боль на 80% и более. Уменьшаются полинейропатические боли. Попробую лечить постлучевой радиационный цистит. Проблема эта нигде не освещена, включая YouTube. А пациентов с годами будет все больше и больше. С признательностью, Евгений Лосицкий. Значит, что я вам еще советую? Во-первых, совершенно верно, микросферы. Причем, чем толще слой микросфер, тем эффективность лечения любого возрастает. Что касается любых травм, проблем с суставами, комплексный подход, всегда комплексный. Правильнее и эффективнее будет применять что? Фульвовые кислоты пить с кремнием, это раз. Много зелени есть, это два. Витамин D3 принимать органический, натуральный, К2 обязательно, потому что К2 удерживает кальций в кости. Если D3 депонирует, то К2 удерживает. Это... 3, да? 4. Гель для суставов и мышц применять. А в вашем случае как? Натерли кремом? Прошло какое-то время, он впитался. Еще раз натерли. Прошло минут 15. И применяйте, надевайте микросферы. Прогревайте это место. Эффективность будет в разы выше. Кстати, будет регенерация еще хрящевой ткани, межсуставной жидкости. То есть вот именно глубже и эффективнее получите лечение. Так, ну вот, это касается суставов. И у меня есть несколько видео про суставы, вы тоже их посмотрите. Конечно, идеально это матрас из микросфер, подушка большая именно, удобная очень. И не обязательно только на ней спать, да, как это пишут там тысячи людей. Просто кладут на больное место, грубо говоря, на живот. Здравствуйте, меня зовут Дроздов Павел Валерьевич, мне 38 лет, и я из города Феодосия. Я разрешаю выставлять это видео в сети интернет и показывать на телевидении. В конце марта 2022 года я приобрел подушку 40/50. А на сегодняшний день у меня уже есть матрас, шапка и повязка на глаза. Дело в том, что я постоянно мучился с болями в спине, шее и плечах. И буквально на 3-й день использования матраса у меня эти боли ушли и больше не возобновлялись. Еще улучшился сон. Я просыпался постоянно в 3 часа ночи и больше уже не засыпал. Если чего, не высыпался. После того, как начал спать на подушке, сон нормализовался. И ночью я уже не просыпаюсь и высыпаюсь. И еще начали расти волосы на голове. Хотя до этого никакие средства не помогали. Всех этих видимых результатов я достиг в течение 2,5 месяцев. Поэтому я рекомендую приобретать продукцию, потому что она действительно работает. Послушайте историю про осложнение после пломбирования зуба. Это ужас, что женщина пережила, и вот 45 лет, она говорит, ну, то ли 45, то ли 50, уже не помнит точно, она терпела эти боли, последствия неправильной операции. А вот теперь боль практически прошла. Ну, она там подробно рассказывает. Смотрите. Купила подушку, повязку, одеяло. Пользуюсь одеялом, как капсулой, но не каждый день. Бывает, что 2 дня подряд, бывает 3 дня подряд. Ну, тяжести каких-то очень сильных этих эмоций по осложнению или по
как сказать. Так вот тихонечко я ощущала в пояснице немножко, особенно с левой стороны, тазобедренной. Вот. Очень сильное ощущение в шейно-грудном отделе, то есть улучшение. Улучшение просто семимильными шагами идет. Банданы, вот этот хвостик у меня все время мокрый. Подушка под головой и под плечами, она все время каменная, и наволочка мокрая. Это вот постоянно, пока это не исчезло. Очень много лет чувствовала, это примерно 50 лет почти прошло. Ну, пусть даже 45. У меня была трепанация глазного зуба, вверху, да, конечно. Вот. И после этого, значит, она мне очень сильно канал пропломбировала, что у меня вылезла киста прямо через десну. Вот этого цемента или там содержимое это. И с тех пор я так поняла, что она мне пробила пазуху. И с тех пор начались всякие осложнения. Отеки, были отеки и лобных пазух. Моментально вспыхивал этот отек и ручьем выделение. Я с этим замучилась. И этот супрастин, чего только не назначали. Потому что, ну никак, у меня уже настолько голова болела, что никакими методами я не могла эту головную боль снять. Голову можно было куда-то отправить отдельно. И вот после, вот пользуясь микросферами, я это очень ощутила. Обострилась боль в левой пазухе. Просто при пальпации была боль колючая, как будто мне иголкой туда колют. И вот в течение 4 или 5 дней эта боль стала утихать, и она ушла практически. Я была поражена вот этому результату. Я говорю, что 45-50 лет я это терпела. И вот в результате того, что я в таком состоянии была, у меня и ухо, и вот эта скула, и все время боль в виске. Вот с левой стороны головы это постоянная боль. У мужчины боль в пояснице была буквально до слез. Мог стоять, лежать без боли, а вот сидеть не мог. Ему и блокады делали, жена врач. Но вот уже 5 лет, как он забыл, что такое боли в спине. Случилось зимой. Пошел за детками, за внуками в садик. Зима, снегу много, детишки разбегаются в разные стороны. Ну, одного, чтобы не разбегались, на горбушку закинул, второго в охапку. Домой пришел. Вроде поначалу-то ничего, а к утру разогнуться не могу. Не согнуться, не разогнуться. Стоять хорошо, лежать хорошо, а сесть не могу, прям до слез. Вплоть до того, что хотели там меня и в больничку упрятать на операцию, и жена, как медик, делала мне блокады. Ничего не помогало. Посоветовали, взял матрас, поспал недельку. Вот уже в течение 5, наверное, лет забыл, что такое боль в спине. Но, правда, сплю на нем. Помогает. Игорь Кукин пишет. Спасибо, Юрий Андреевич. Покупал у вас универсальную повязку для мамы. У нее травма голени. Застаревшая. И спина. Снимки показали грыжу, но она всячески противилась использовать повязку. Не верила. Обходилась таблетками, пока те помогать ей перестали. А в итоге наложил ей на спину. Попробуй, мол, поможет. Я испытал на себе после второго раза. Боль утихла. Ноги стали горячими. Вот такие чудеса с микросферами. У меня лет 30 назад была авария. Авария, вот здесь вот, вот эта кость, она у меня сломалась и раздробилась. Мне сюда железо вставляли, полгода я с ней ходила. А потом было 3 операции. Тут делали, на спине резали. В общем, я вся изрезана, и вот это плечо у меня вот с тех пор и болит. Причем оно у меня болит просто без причины, что бы я ни делала. Сижу, а оно у меня ноет. А ночью-то я знаю, что мне на нем спать нельзя. Но ночью же это неконтролируемый процесс. Ну, да. Все равно, получается, я утром просыпаюсь, а оно у меня вот скулит так. Вот. А сейчас-то я на подушке сплю, и я ее вот так подворачиваю. Подворачиваю, да, у меня же их две. Вы знаете, не болит. Так хорошо теперь стало. Меня зовут Анна. Мне 47 лет. Очень болел тазобедренный сустав, так как у меня был перелом костей таза во время родов. Ходить было практически невозможно. На 5-й этаж с несколькими перерывами давались подъемы.
было общее разбитое эмоциональное состояние, потому что практически все движения причиняли боль. В целом от использования микросфер осталась в полном восторге. Сейчас состояние мое улучшилось. Слуга пользовалась микросферами, микапсула. Применяла ее в течение 2 недель. Интервал был примерно через день. Ну, состояние улучшилось уже на 3-й день. То есть постоянная ноющая боль в колене прошла. В тазобедренном суставе боль ушла где-то на 6-й сеанс. Сейчас поднимаюсь на 5-й этаж. Практически без боли. То есть такого состояния, что у меня где-то ноет, это вообще все ушло. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы 2 раздела – отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе «Доставка и оплата». Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл 2-й интернет-магазин по био-зерну и муке, смолотый на каменных жерновах. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует YouTube. Мало ли что с Ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего, до свидания.